мы пользуемся словами, и это главный подвох. Вы всегда должны знать, что поскольку другие люди говорят слова, значение которых вам известно, вы впадаете в иллюзию, что вы думаете, что они понимают под этими словами то, что понимаете вы. Значит, он вам говорит: «Я очень люблю есть». Вы говорите: «Ну, понятно». Да, вот. Потом вам открывают шторку, он весит 600 килограммов. И вы понимаете, что то, что вы думали, что он хочет, любит есть, но это немножко разные конструкции. Это несправедливо. Понимаете, вот слово «несправедливо» может быть разным. Ну, кого-то в рабство продали. Такое случается даже сейчас. Это несправедливо, да? Вот. И, я не знаю, мне на ногу наступили и сказали: будьте любезны. Вот. Но тоже несправедливо, правда? Но это разные. То есть мы должны всегда понимать, что когда у нас есть знак и есть значение, и кто-то вам что-то рассказывает, он оперирует вот этими своими связями. А ваши связи, на самом деле, когда произносится то же самое слово, они вот такие. Улавливаете? Вы говорите одними и теми же словами, а номинируют разные состояния.